14 сентября состоялось открытие международной научно-технической конференции IEEE East West Design and Test Symposium. Мероприятие прошло на базе Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Конференцию открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Хочу еще раз обратиться к вам и поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность, приехали в столицу нашей республики Казань, наш Казанский федеральный университет. И отдельные слова благодарности хотел сказать организаторам за то, что выбрали в качестве встречи именно нашу площадку. В симпозиуме приняли участие эксперты из различных стран мира. В рамках дискуссии был представлен обзор современных тенденций и последних достижений ученых в области создания цифровых систем. Для Казанского федерального университета, с одной стороны, это большая честь принимать столь значимое мероприятие, с другой стороны, итоги в виде статей будут опубликованы в сборнике трудов, которые индексируются в Scopus и Web of Science. В программу конференции было принято 156 научных статей. Конференция продлилась до 17 сентября. На закрытии участники были награждены дипломами. Артем Тупичкин, Леонард Влетяров, Универньюз.